Так, друзья, пару слов про этот чай и про торт. Торт вкусный, оказался не самый свежий, немножко видно, что стоявший, но свежий, но вкусный. Вот этот, сейчас я еще не пробовал. Что он из себя представляет? Тоже нормально вкусный. Вот, и чай. Вот этот чай очень вкусный. Такой пакетик. Да, воды, кстати, принесли очень мало. Вот это мне не нравится. Сама чашка маленькая. Не знаю, как на видео она кажется сейчас. Может, большая, но чашка небольшая. Вот этот чай очень вкусный. Но еще дело в том, что у них написано, как в меню написано, как здесь меню, так и там в меню написано, что чай у них стоит... Сколько? 70 копеек или сколько? 60? 70? 70 копеек. 70 копеек. А, да, здесь написано. И вон там. Вот здесь вот тоже. Вот, но продали они его за евро. То есть вот такая вот закидушка. Также при входе. Я сейчас специально просто ходил. Ну, вот здесь при входе, вот здесь написано, что чай 70 копеек стоит. То есть, если человек идет, допустим, понятно, что это мелочь, копейка. Но если человек идет и хочет попить чай за 70 копеек, то знаете, что, возможно, чай придется пить не за 70 копеек, а за евро. Такие вот дела. Ну, чай вкусный, но маленький, маленький. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Находимся на Канарских островах, в городке Сан-Исидор.